Всем привет, друзья! Вы на канале Alex86Play. Меня зовут Александр, а мы продолжаем прохождение Resident 4 ремейк. Дополнение «Два пути». Или точнее, название оригинальное вроде как было «Разделенные пути». Или что-то вроде этого. Что с тобой? Вот. Мы остановились на заводе, где пошли искать Луиса, который где-то завис. Вот, все. С Адой что-то не так, вроде ее никто не травил, ничего не делал, но такое ощущение, что она начала тоже кряхтеть, стонать. Вот, так, вспоминаем. Денег нет, есть две флешки, есть две полноценные лечиловки. Порох. На ТМП нифига нету, давай сделаем, почему бы нет. Так. Вот, ладно, идем. Ладно, идем. Так, я все вроде включил, все сделал. Все отличненько. Отличненько. А вы восстановитесь? Нет. Окей, это хорошо. Так, а чё у меня жизнь так мало? А, у меня здесь чего не хватает? Здесь зеленое, красное, здесь желтый не хватает, значит, неполноценно. Зажигай, музяка пошла. Куртку мы вернули. Собственно, вот здесь мы и остановились. Патрошки для пистолета. Так, а у нас вообще карта есть сокровища? Здесь есть сокровище, но оно там. Здесь Леончика что-то было. Так, материал, отлично. Это, конечно, штука мешает. Очень. Но она, кстати, у нее в глазе светит, смотрите. О, превьюшка. Хорошая превьюшка, да. Так, спокойно, куда? Взрывчатый арбалет. Что? А зачем он? Он же пиздец как много места занимает. Типа я все-таки буду сражаться с этим, да? Ну ладно. Так, откуда у меня ключ взялся, вопрос? Золотой слиток. Блях, ну мне инвентарь теперь вообще никуда, ни о чем. Болты еще столько занимают. Ну всего три болта, значит мы его потом выкинем. Так, окей. Окей, значит дяденька здесь будет. Опа, еще патрошки. Опа, патрошки скоро девать некуда будет. Так, перезарядили. Я, кстати, же сделал, да. Больше боеприпасов. На дробовичок у меня 6. Так, спокойно. А как он нас опередил-то? Мы ж вроде его там оставили. Почему я не могу стрелять? Да какого хрена? А что с тобой происходит? О, черт. А как тебя-то заразили? Бляха, он на него не стреляет, смотри-ка. Еще патрушки на ПП. Патрушки на ПП, зажигаем музыка. Прям напряга. Но Леона здесь нет, его... Точнее, Луиса. Его же Леончик освободил. Точнее, не освободил, а... Так, желтая трава, кстати, не надо было. Куда?
Вот сюда, да? Да где этот громила топает? Здесь никого нет. Работа Луиса? Не, вряд ли. Так, материалы у меня были, да? А нахрена мы сюда шли, если мы знали? Следы Луиса. Зиги. Так, неизвестные цифры. 422-1625. Это его частота? О, Луис. Все-таки нашла меня. Работа такая. Ты уже готов передать мне янтарь? На краю деревни за мельницей большой дом. Видела? Да, я видела. Тогда иди туда. Я буду там. Блять! Да ладно! Да ладно! Вы что, с ума сошли? Я что-то не понял. Прости, Луис, я задержусь. А чё у вас так много? Так, зря сейчас. Ты серьезно? А чё, где вся банда-то? Бля, какие вы жирные. Так, гранатку. Бля, броневой кабан. А можно, блядь, быстрей? Сильная тварь. Как же вы, блядь, охеренно жирный. Да ты издеваешься, что ли? Это беспредел какой-то. Но арбалет ни о чем тогда получается. А можно перезарядиться?
Так. Ну, дробовичок тоже слабенький, я ж силу ему не качал. Возможно, да. Эти-то жирные мобы слишком. Слишком жирненькие мобы, тра-ля-ля. Дай-ка я травку съем на всякий пожарный. Так, с него выпал изумруд. А, сюда круглый. А какой побачок будет? Этот дает 3. А этот сколько? Это 4. Короче, вы писали, что вроде бы как бы можно было бежать сзади, там, когда этот большой на нас шел. Но фишка в том, что я выскочил-то в другую дверь. И типа надо было брать там сокровища. Что, мол, мы больше туда не попадем с вами. Не знаю. Ну ладно, как бы, что я сделаю? Нет, так нет. А там пар типа я не пройду, да? Пошел отсюда. Пошел отсюда. Заткнись. Так, а у меня гренка-то есть? У меня гренки нету. Уходим. Сдохло? Ну это какая-то слабенькая. Так, патроны прям вообще улетают, да? Патроны здесь знатно улетают. Ну, ничего не могу сказать, такой напряженненький момент. Создать, что мне? Ну, мне ПП надо. ПП, а мне все надо, и дробовик. Так, ну-ка глянем карту. Это где это? А, это с нее выпал. Кстати, возможно, фиолетовый сильнее этот. Ну-ка, давай глянем. Значит, да. Блин, а сколько зеленый давал? Зеленый дает 5. А этот сколько дает? Этот 6, да, все верно. И что я говорил, синий дает больше? Да, синий дает больше. 20 тысяч. А как они прошли? А что-то их показало, как будто их много было. А их тут раз и ничего. Так что, короче, вот здесь то, что упало, я тоже не понимаю, как мы возьмем. И вот это, возможно, мы не возьмем. А может, мы в деревню еще пойдем и там зайдем, не знаю. Да куда ты? А когда тебя отравили-то? Это этот, что ли? Черный плащ тебя отравил? Как он? Чё-то я вообще не понимаю. Это кто, Луис? Нас же вроде никто не ловил, не кусал. Хрен его знает. Тот просто как-то взаимодействовал, все. Не понимаю. Не понимаю пока, как это связано. Чё с ней не так? А, ну то, что какой-то с ума сходил там чувак. Возможно, это на нее и повлияло. Так себе день. О, нифига себе, Вескер. Вескер, чем обязана встреча? Хера себе. Не тяни время, Ада. Найди Луиса и принеси янтарь. Кстати, спасибо за номер. Останешься? Поможешь мне? Я что, тебе нянька? Ты должна быть ресурсом, а не обузой. Терпеть не могу дилетантов. Давай полегче, Вескер. Займись делом. Я на связи.
Че, он у нее кровь взял? Ада, ты цела? А вот мы я здесь. Заждался. Ты же идешь, да? Да. Да, просто у меня возникли кое-какие дела. Иду к тебе. Понял тебя. До скорого. Чао. Непонятно, что здесь Вескер забыл. Так, смотрите, идите. Идите, идите. А нам так и так туда. К тому дому, да? Да, значит, все-таки нас пустили, смотри. Пустили. Пустили. Но здесь я вроде все собрал. Что? Ну я ж только что посмотрел. А чё так далеко-то? Окей, все на месте. А то поди еще что-нибудь украл. Сохраняешь, Куба. Серьезно? Там, я думаю, там ничего нет, мы же там все обыскали. Так, а здесь где? Ой, какой дождь пошел. Что-то у Леончика такого дождя не было. А, так здесь тупик. В смысле, в каком это моменте? Красный кристалл. Чё за бред? А можешь крюком так раз и все. Нет? Что-то странно. Можно фонарик включить? Блять, как жутко-то. Курица носится? Чё за музяка? Что значит? Что значит? В прошлый раз мы перепрыгнули там. Почему мы не перепрыгнули здесь? Откуда здесь какой-то завал? Когда здесь Леон кого-то спасал, здесь не было завала. А он, судя по всему, ушел. Интересно, события проходят здесь, да. Что ж такое-то? Но! Надеюсь, у второго башка не вылезет. Да ладно! Я тебя резал. Так, ножики, 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 ножики. Все, у меня кончились ножи, бляха. Так, патрон для ПП я не могу сделать, потому что у меня нету этой. Так, ну тогда на дробовик. А, бля, одной не хватает. Блин, гаденыш какой, а. А вот теперь хватает. Ну давай, создать на дробовичок. Спасибо. Бутылки какие-то. Алкаши живут. Так, нам нужно арбалет выложить. Он очень место занимает. И стрел нету. Поэтому... Чего? Торговец? А каким макаром ты здесь оказался? Чего? Так, рукописный приказ. А, чужак сейчас на вилле. Созывайте жителей. Тара-та-та-тара-та-та. Разбудите наше дитя. Какое, блядь, дитя? Стоит там.
Дитя же здесь было написано. Ну-ка. А чё, больше нельзя, да? Очень странно. Здесь я всё собрал. Света, что? Блях, ну сейчас эти полезут, у да. У меня есть новые товары. Заходите. Давай, леди. Посмотрим, что я могу продать еще. Есть очень редкие вещи, леди. Могу нам продать золотой свиток. Или рванина, и вот эту. Разница лишь в цене, которую ключ, походу, достаточно. Тоже продам, потому что он не нужен. Леди. О, я так, обменять. Заплачу вам за это. Блин, ну ключи у него, короче, бесконечные. Спину жутко ломит. Что поделаешь, старость. Каратель я не буду покупать, ракетницу так и. Не хотите, блядь, ли еще попробовать кейс? Новое оружие, леди? Ты что, издеваешься? Ну у тебя только кейс. Взрывные стрелы, ты серьезно? Мне предлагают таскать, да? Так, ладно, давайте покупаем кейс. Все ваше, леди. Покупаем материалы. Больше не меньше. Ну и покупаем тогда список. Вы держали это для подходящего клиента. Больше мне нечего. Лучше теперь опять не могу, бляха. Боезапас зато могу. Ваше оружие в надежных руках, мисс. Я все сделаю. У него сила есть, да? Боезапас у пистолета тогда, что ли? ТМП не хватает. Попробуйте теперь. Итак, чем я могу вам помочь? Вроде ничем. Вроде ничем. Да, ну так кейс как будто стал даже больше. Так, чё, сколько, на сколько стрел надо? Синенькая плюс 10. Это сколько будет? Одна стрела? А, две стрелы. Ну, в принципе... Хорошки. Допустим. Да, хорошо, будем осторожны. Так, сохранить. Погнали. Сейчас будут такие дурачки, да? У меня две флешки. А я флешки-то могу крафтить. А она флешки не умеет, бляха, делать. Серьезно? А чертежа-то не было, потому что... Так, а в здании ты чё? Чё-нибудь появилось новое? Леди, я так рад, что вы ко мне заглянули. Ну да не шизди. Тушканчик, иди сюда. Опять. Тут падла. Да блях, какая она... Блять! А как у меня на пистолет патрон закончился, я не понял. Что за жесть? Дробовиком они и кайфово разлетелись. У меня реально закончились патроны. Патрошки закончились, да. Как же она долго перезаряжает. Надо скорость перезарядки делать. Они здесь какие-то бронированные. Башню уже взорвали, да? Так, смотрим, что у нас есть. У нас 7 патронов. А у меня на дробовик еще есть 12. На УЗИК нету, две флешки. Я не успел кинуть, короче, надо было патроны экономить. Ну, блин, ладно. Блин, ладно, блин, ладно. Смотри, короче, здесь сидит. И здесь сидит. Как-то прикольно. Очень уж прикольно. А, они здесь заблокировали все. Ой, бля! Собака! Вас только не хватало! Они что там меня пугали, что здесь пугают? Грёбаные капканы, а. Я где-то здесь ящики видел.
Так, патрон для ППшки. Отлично. Сейчас все главное надо посмотреть. Люкан закрыт. Окей. Так, тут ничего нету. Блин, надо, ты же наемник. Я куда-то в бокс ехал. Так, а здесь что? Там мы были, там ничего нету. А, ну они здесь поставили эти. Значит, Леончик здесь уже был. Леончик был, тут нашумел. Как-то быстро протекают события, прям вообще. Так, 4. Сколько мне надо на ТМП? 6. Внезапно фонариком стало пользоваться. Ну тут ничего нету. Ладно, идем туда. Мобяшки, конечно, жирные стали. У Леона они задыхали просто так. На раз. Блин, а я туда теперь не попаду. Я хотел на крышку залезть, посмотреть, что там. Вот тут, собственно, проход открыт. Сокровище не здесь. А здесь я был? Здесь я был. Эй, воу, а. Да в смысле два раза? Да вы издеваетесь, да? Дед, блядь, и то сдох быстрее тебя. Алло, ты чё, мать? Кого? Не, дробовик жирно. Сокровище здесь? Трубка. Мне надо качать мощь пистолету срочно. Сколько он стоит? 7. Мало, вообще что-то мало денег. Прям реально мало. Да не стани, ты чё? Чё, ничего нет? А почему ничего нет? Блин, серьезно? Когда играешь за Леончика, думаешь, нихера какая ада, блин, крутая. Когда играешь за аду, все наоборот, думаешь, нифига какой Леончик крутой. Да все, вообще тут всех разносит. Да-да-да, согласен. Ой, тут 3 сокровища. А касса, блях, то же самое вообще, один в один. Когда они, блядь, успели все позакрывать? А главное, зачем? Так, 9, да, и смогу еще сделать. Да хрен патрон делать. ТМПшку пока. ТМПшке урон надо, урон качать. Так, ага, я здесь ухожу, вот здесь это я помню, Бляха, не пизди. Где ты? Ебляные бабки, а. Ёп, твою ж. Ты нахера сюда пику воткнула? Блях, какие же они дотошные. Так, вижу сокровища. А здесь чувака не будет с бензопилой?
или будет? Бляха, они реально все заколотили. Мне патроны вообще кончаются. У меня уже пороха 8. Откуда это у меня столько взялось? Что там такое? Так. Блин, какие вы шустрые. Так не говорите, что я вас тоже должен готовить. У меня ножик-то кончится сейчас, слышь? Он Форастера. А где, блин, это? А, вот оно. Погоди, я что-то не понял, я заблудился маленько. Почему? Ну серьезно? Я за ним не полезу. В смысле ты за ним не полезешь? Издеваешься, мать? Нормально так. Я, говорит, за ним не полез. Я думал, он в бок упадет, а он почему-то туда упал. Ладно, одно сокровище просрали. Одно сокровище просрали. Еще трава здесь. Хера себе она такая, а я то не полезу. Что там такое-то? Ну ты, короче, гадина вообще, ада. Чё я могу сказать? Я, говорит, не полезу. Здрасте, блядь, приехали. Денег ни хера нет, патрон нет ни хера. А я, говорит, не полезу. Где тут еще сокровища? Бля, я там траву-то где оставил? Так, у меня... 3 травы. Нужно одну использовать. Оно здесь? Нет, глядит наверху. Чё пикает? Серьезно, где сокровище? Оно все там, что ли? А, одно вот. Там, возможно, тоже какой-нибудь алмаз был или еще что-нибудь. А второй где? Второй, судя по всему, там. Блять, их там что-то пиздец много. Ладно, Леончик, отбивайся пока с Луисом там. Пока не там Лариса. Взрывная стрела, окей. Так, можешь поставить? Какой же он здоровый арбалет. Он просто к херам здоровый. Но раз нам дают инвентарь побольше, значит, почему бы и нет. Так, смотри, порох. Я могу... Да что ж такое-то? Сделать на дробовик, либо еще стрелы. Стрелы, как мне показалось, что они беспонтовые. Я не знаю, серьезно. Ну, давай сделаем. Пускай будет. Пускай будет, почему бы и нет. Ну, они реально, что-то я этого деда, блин, бил-бил, ему хоть бы хны. Где я за патроном дробовика? А как наверх попасть? Никак. Дают камушков, да? У меня уже 2 этих и 2... А, и 3 таких. Отлично. Ну там, бляха, реально была засада. Я не знаю. Я не виноват. Я хотел перезагрузить. Думаю, да, блин, опять их с деревни всех валить. Ну и он нахер. Хотя, наверное, надо было. Не знаю. Ну, что-то нынче я как-то по-другому. Не знаю. Но это не я. Я повторюсь. О, а ты популярен, Луис. Чего мне предлагаете, хвалить, что ли?
Что происходит? Чего? Когда он здесь приходил-то? Вы чё? Ты чё? Да мне нечем его валить. Да ладно! Да ты чё издеваешься? Нет, тебе точно не туда. Как не туда? Ему туда! Да вы чё? Дом ломает. Это плагас паразитатус. Ну, блядь, я так и знал. Ты чё, приколистка? Не очень. Может, попадешь по нему? У меня патроны закончились. Пол деревни, блядь, разнес. Да бля, патроны-то реально кончаются. Так, погоди, здоровяк. А я могу что-нибудь создать? А я ничего создать не могу. У меня патроны реально все кончились. Да уж. На вас я, дурачков, даже не отвлекался. Только не говори, что сейчас ты мне не дашь ничего собрать. Там столько ящиков было, патрон. Сдохни. Дай, пожалуйста, собрать. Я тебя прошу, я тебя умоляю, только не уходи. Нет, ну не уходи, куда ты? Сладких снов. Блять. Чё-то она меня начинает бесить.
Ну, ушла, прикинь, там столько ящиков было, столько патронов, блядь. А, пиздец. Сиги есть? Да, твои любимые. Где янтарь? К сожалению, он у меня не с собой. И ты должна сказать, какой... Я все-таки молодец. Ухитрился спрятать его прямо перед тем, как меня сцапали. И поэтому... Я все еще жив! Мне помнится, мы должны были вытащить тебя в обмен на янтарь. Нет янтаря, нет защиты, Луис. Какая ты все-таки зануда, Ада. Ну ладно, сейчас схожу за ним. Мне как раз нужно достать еще кое-что. Блях, ну реально, там столько патронов было. Откуда ж я знал-то, блин, что сверху не надо, блин, стрелять. Ну а чё, сами придумали эту фишку? Короче, два момента уже прокакали. Патроны, ладно, не беда, но вот сокровища, конечно. Это прям печалька. Может потом перепройти, я не знаю. Это реально обидно, понимаешь? Вдвойне обидно. Я все патроны на него ухайдокал. Просто жирные мобы. Этот лезет. Скалолаз, однако. Ты же вроде не собиралась возвращаться. И что? План изменился, да? Ты злишься? Ты злишься. Есть одно дельце, которое мне надо сделать, прежде чем вернуть янтарь. Прежде? Торговаться вздумал Луис. Сначала подумай-ка, стоит ли. О. Слушай, кое-кто попал в беду. Ты же знаешь, я помогаю людям. Кое-кто. Леон? Да, именно. Леон и та девушка. Они заражены. Им нужен препарат, чтобы замедлить болезнь. И он работает. Я пробовал. На себе. И я... А мне-то какое дело? Ты тоже заражена. Я долго изучал паразитов, Ада, и я вижу симптомы в твоих глазах. Ты, наверное, и сама уже чувствуешь. А как? Препарат способен замедлить болезнь. Просто поверь мне, сплошные плюсы. И нечего терять. Ладно. Но это последний шанс. Потом тогда отдашь янтарь. Скажу Леону. Ола, это Луис. Вы еще тут? Вообще-то я хотел домой, но Эшли решила осмотреть замок. Супер, у меня для вас подарок. Лекарство, чтобы слегка отсрочить неизбежное. Итак, приходите во внутренний двор замка. Буду ждать там. Чао. Прости, что заставил ждать. Начнем? Да ладно. У меня патрон нет. Дамы вперед. Рыцарь, значит. Ща, погоди. Значит, что у нас по этим? У нас по этим есть, у нас по этим нет. У меня нету на ТМП, у меня на дробовичке чуть-чуть патронов есть. Окей, значит, перезаряжаемся. Это раз. Здесь нихерась. Здесь есть. В смысле? А мы где вообще находимся-то?
Бляха, ты серьезно? А я какого хрена тут должен бегать, ёб твою мать? Тут сокровищ хрен его тоже, тут у его. Не, ну локация большая прям. Во-первых, здесь дверь почему-то закрыта, непонятно. Да как никак? Так, чё, бумажки? Нет. Во-вторых, здесь... Чё, тоже никак? Ясно, пошли. Тогда сходим с Луисом, сохраняемся, ждем сохраняшечки, и на этом надо заканчивать, потому что время уже 46 минут. Знакомое место. А сокровище, кстати, может быть и здесь. На этом уровне. Ну, чё тут у тебя? Луис внезапно... Блях, ну деть патрон, серьезно? Внизу секретная лаборатория. Мои вещи там. В том вот. Числе и ингибитор? С Луисом бегаем. Нам за Луиса-то дадут, надеюсь, побегать, нет? Так, не, погоди пока. Я еще здесь не все обшмонал. Нам нужно затариваться патронами. Так, ну патроны дают, выручают, хорошо. Тогда не страшно. Ну вот сокровище надо было, срочно прям. Так, 4 для... Да-да-да-да-да-да, ничего не могу сделать. Сокровище вроде пока на этом уровне. Но где оно, я не вижу. У меня звук такой, как будто эти. Что бы я без тебя делал, Ада? Кормил паразитов? Точно. О, сохраняшечка. Что-то горит? Сейчас узнаем. Чё у тебя там горит? Но ты все равно пока не погибнешь, так что ничего страшного. Такая ничего страшного. Бля, ножик не надо тратить, у меня ножик у капсда. Бля, с щитом идет. Какой же у нее пистолет не бронебойный-то? Ой, иди отсюда! Ой, блядь! Ну это, блядь, сложная хрень. Да какое, смотри! Зажмурься! Вас один хер много. Патроны просто убывают к щам. Я не успеваю перезаряжаться. Кто? Справился, красавчик. Давай, 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 добивай, мне патрон вообще нету. На ТМПшечку. Да бей ты его! Мне не ножика, не херожика. Ножик основная защита. Ты, бляха, долго его будешь добивать? Так, сокровище, сокровище, все. Учись стрелять, Луис. Ну, Луис, ну дур-дур-дур-дир-дир-дир-бир-дис. Так, патрон на ТМП, срочно. Еще. Но этого мало. Так. Все, времечко 50 минуточек, надо заканчивать срочненько. Давай пошли до сохраняшечки и все. Блях, так не говоришь, что босс будет. Нет, нет, нет! Нельзя, чтобы лекарство сгорело! Луис, ты чего? Луис!
Так, давай сохраняшечку. Серьезно? Все. Сохраняшечка. Жизни Луиса, как говорится, это Луиса. А мы с вами на этой прекрасной ноте и закончим. И закончим. Но он сгорел уже, я ничего не могу поделать. Потому что он просто побежал туда, зачем, дурачок. А что я могу с этим поделать? Все. Спасибо всем, кто смотрел. Ставьте лайки, обязательно комментируйте, подписывайтесь на канал, на паблик. Всем пока.